привет! Сегодня план такой. Идем в магазин русских товаров, покупаем творог и сметану. Заодно я вам покажу, что там продается и сколько это стоит. После этого посетим лунопарк, который установили рядом с этим магазином. Ну и вообще, усаживайтесь поудобнее, вечер будет интересный. Вперед! Магазин, в который я хожу, называется Самсмак. Сейчас зайдем, посмотрим, что тут есть, какой ассортимент. Так, берем сметану. Вот эту мы уже пробовала, очень вкусная сметана. Так. Творог. Творог мы берем вот этот вот. Польский хороший творог. Нам понравился. Так. Есть сыры всякие. Такие штуки, селедочки, колбаски. Глазированные сырки. Даже всякие наши крема, бархатные ручки, морожки, семечки. Гречка там продается. Так, пельмешки. 12 евро большая упаковка. 10. А гречка будет, пожалуйста, 3,20, например. Если кто-то соскучился по киселю, кисель 1,50 евро. Даже сода есть. Ну все, самое главное, сметану и творог я взяла. Сейчас пойдем дальше погуляем, сходим, посмотрим на лунопарк. Вперед! Смотрите, какие классные кокосы! Круто! Очень красиво! Очень яркий ларек тут сразу на входе стоит. Тут вот можно кокос себе в вату взять. Ну что, идем дальше. В парке очень много людей. Действительно, сейчас вечер. Так, посмотрим, сколько стоит билет на аттракцион. €4 стоит показаться. Для деток такой аттракцион. Так, можно взять соки себе.
там дальше, тут, конечно, очень много людей, очень шумно, разные аттракционы, очень много интерактивных игрушек для детей. И нас видно с нами. И эта карусель тоже очень смешная. Ой, Грэки, все, мне придется на ней прокатиться тоже. Как я люблю всякое такое. Ну, пойдемте покатаемся. Так, а здесь можно половить уточек деткам. Улыбанья! Для полиции возьми горе, графреги, ¿Queréis un poquito más? Ah, eso es una broma, ¿eh? Она вот эту вот прям целая очередь выстроилась. Вот такая здесь еда есть. За 7 евро можно взять бургер, картошку и колу. Тут прям собачки гуляют. Мяско жарится. Фудкорт есть. Так, здесь такое интересное. Есть вариант вытянуть себе игрушку. Стоит 5 евро дернуть за веревочку. А здесь такой разный тир. Так, а тут можно дротиками себе настрелять на игрушку. Или вот такой вот вариант еще. Ну что, здесь много вариантов проверить свою удачу. Даже не знаю. Я, конечно, очень люблю такое все дело. Но я-то человек не меткий абсолютно. Прыгалки есть для детей. Еще одни разные варианты себе достать что-то.
сладенькое. Яблочко, карамельку. Очаровательные кокосы. Посмотрите, какие крутые кокосы. Здорово. Действительно настроение поднимается. А здесь можно поиграть в бинго. Купить себе билет. Так. Вот люди сидят и играют в бинго. Конечно же, я себе купила билет на вот этот аттракцион. Вот он у меня. Пойду занимать очередь, ведь я скоро буду на нем кататься. Ура, ура! Ставьте лайк и увидимся с вами в следующем видео.